Камин, огонь и одинокий вечер кружила голову ее любимыми духами. Ему казалось, что поселился страх навечно, и жизнь его как будто угасала. Смотрел он со слезами на письмо, и сердце содрогалось в муках. Он представлял ее красивое лицо, читая чувства в родных до боли буквах. «Я письмо тебе написала, прочти, как ты любишь, аккуратным почерком. Я не плакала, здесь воск от свечи, и бумага была чем-то испорчена. Я клянусь здесь, я была настоящей, каждый мой вздох был наполнен тобой. Взгляд твой для сердца был несказанно манящий, я живая была, пока ты был со мной».